Знаете, это еще один из символов тех событий, которые связывают Болгарию с Россией. И в сегодняшних очень сложных временах очень важно, чтобы мы не забывали, кто освободил Европу, кто помог Болгарии, и что наша дружба была навеки и во имя мира. Поэтому мы и здесь, да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Таско Ерменков, я депутат из парламентской группы Болгарской социалистической партии «Левая Болгария», член Национального совета Болгарской социалистической партии и убежденный приятель, это слабо будет сказано, но все-таки, скажем так, приятель России. Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю. Два слова о том, будет ли жива русско-болгарская дружба? Если мы хотим, чтобы Болгария была жива, значит, эта дружба тоже жизненно важна для этого. Да, понятно. Благодарю вас.